Всем привет! Вот у нас имеется вот такая вот 6-метровая полиэтиленовая труба. Мы из нее будем делать скважинный колодец. Вот это у нас будет фильтр 3 метра. Одна заглушка будет глухая с этой стороны. Потом мы обмотаем леской для кошения, для козьбы. Обмотаем леской вот этой вот. И затем у нас есть нейлоновая сетка галлонного плетения. Вот я уже отрезал по длине фильтра и паяльником спаиваю. Это происходит вот так вот. Она очень хорошо паяется и держит прочность. По такому же методу мы изготавливали вот этот вот фильтр. Это 32-я труба. Край мы запаяли феном. Вот он держит, немножко, может быть, мы его плохо промыли, пропускает он. Но здесь труба чистая, вон там есть отверстие, видно, насквозь они просвечиваются. Вот из этой 32-й трубы у нас плывун, и поэтому фильтр, насосная станция 15 метров не может поднять воду, поэтому мы будем делать колодец. 200-ю трубу загоним на 9 метров, 3 метра фильтр и обычный ручеек вставим внутрь. Здесь будет с этого края стоять переходник. Просто в крышке вырезано 160-е отверстие. Под 160-ю бронированную трубу. Оранжевую. Вот так вот делаются скважины. Вот такой в результате у нас получился обсадной фильтр. Заглушку мы посадили на герметик. И на 4 самореза. Здесь кровельный, здесь пришайбы. С первым просверлились и закрепились. Вот так вот. Леска для кошения. И закрепились стяжками. Ну и армирующей изолентой, скотчем, армирующим скотчем. Замотали стяжку сверху и все. Вот такой вот 3-метровый фильтр для воды. Вот такой, здесь 6 метров труба и здесь 200-я полиэтиленовая. Ну вот здесь переходная втулка. Была заглушка, просто в ней выточили 160 миллиметров отверстие. И все, вставили. Здесь мы еще просверлим дырочки сверлом. Просверлим отверстие. И закрепим на саморезы. Весь колодец, конечно, не заполнится. 6 метров хотя бы, это будет у нас 188 литров воды. Вот такая вот получилась обсадная труба.